Наш герой Алексей Муха с самого раннего детства наблюдал за лечением животных в ветеринарной клинике своей семьи, помогал в операционной, мыл клетки и полы. Это и большая любовь к животным и послужили такому выбору профессии. А еще, как говорит Алексей, она очень интересна, ведь каждый день он имеет дело с разными случаями, общается непосредственно с животными и с их хозяевами. Это замечательная профессия на самом деле. Это обслуживание в первую очередь людей. То есть ты делаешь быт человека более удобоваримым, да, ты убираешь какую-то часть стресса, которая неизбежна, ты занимаешься просветительской деятельностью, что очень важно, да, для того, чтобы сам по себе хозяин, который приобрел животное, знал, что с ним делать, как бы, как когда к нему обратиться и откуда получать какую-либо информацию по этому животному. Каким бы добрым и эмпатичным не был бы врач, его истинный профессионализм заключается в умении в нужный момент отключить чувства и сосредоточиться на работе. Вы должны относиться не хладнокровно и не с какой-то чрезмерной там любовью или, ну, не допускать просто чувств к этому. Дело в том, что вы должны относиться к своему пациенту и к хозяевам пациента всегда с уважением. Это является просто, ну, основой профессии. То есть, таким образом вы просто исполнитель необходимого, так сказать, лечения, необходимых назначений и так далее. То есть, действительно, естественно, их там жалко, естественно, ты там переживаешь, естественно, очень многие процедуры там ты делаешь, просто у тебя иногда там в животе все переворачивается, поначалу, по крайней мере. Алексей научился отключать эмоции. Это говорит о нем, как о профессионале в своем деле, и объясняет успешность среди клиентов, ведь они снова и снова обращаются за помощью именно к нему. Высокая квалификация ветеринарного врача – это кропотливый труд. Здесь играет огромную роль стремление к самосовершенствованию и самообразованию. В плане ветеринарии постоянно требуется повышать квалификацию. То есть это такая профессия, которая всегда вынуждает тебя искать какие-то дополнительные знания. Как бы естественный процесс, мне это кажется, во всех сферах деятельности, тем более если они связаны с медициной. Ты просто вынужден саморазвиваться, просто чтобы продолжать работать, потому что если ты это не делаешь, ты не можешь продолжать делать свою, ну, работу адекватно. Социальная роль ветеринарных врачей – это не только обслуживание болеющих питомцев. На самом деле она гораздо глобальнее. В современном мире качество жизни любого человека напрямую зависит от ветеринарии в том числе. Именно ветеринарные специалисты оценивают всякую животноводческую продукцию, да, и именно профилактируют развитие каких-то глобальных заболеваний, работая в лабораториях, работая на бойнях, предотвращая заражение человека различными заболеваниями, которые могут быть общими для человека и для животных. Вот. Это, естественно, специалисты, которые следят за тем, чтобы животные там, в сельском хозяйстве там, правильно питались, правильно содержались, правильно был и гуманно произведенных убой, правильно, чтобы были созданы все вот эти вот продукты, которые мы с вами там потребляем. Именно так. Без ветеринарных врачей невозможна жизнь и сельского хозяйства, и домашних питомцев. Поэтому нельзя отрицать, что эта профессия очень важна и очень нужна для всех нас. Своим коллегам я желаю, тем, кто начинает, не унывать и продолжать как бы развиваться в этой профессии, потому что это всегда очень интересно, это профессия, которая всегда тебе подкидывает какие-то, так сказать, челленджи, да, какие-то вещи, которые позволяют тебе переступать через себя и становиться лучше, 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 скажем, там, новым случаем. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.